награда для баскетболисток. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» состоялась церемония награждения победительниц первенства по баскетболу среди девочек 2004-2005 годов рождения. В состязаниях приняли участие 8 команд из образовательных школ города. В ходе упорной борьбы не обошлось без поражений. Команды не раз уступали своим соперникам. В итоге первое место досталось ученицам школы номер 2, второе место у 9-й школы и третье у лицея Серпухова. Победительницы получили заслуженные грамоты и подарки.